Когда в школах начинают вводиться уроки государственного патриотизма, это означает, что в государстве что-то идет не так. Если детей надо учить любить Родину, это значит, что Родина не любит своих детей. Патриотизм – это любовь к Родине. Это личное чувство, личное переживание человека. Родина – это не государство и не власть. Родина – тот уголок земли, с которым человека связывают истоки жизни. А если людей начинают с детства учить любви к государству, любви к власти, это не патриотизм. Это воспитание лояльности и покорности. И в те решающие моменты жизни, когда решаются судьбы Отечества, таким образом воспитанный человек, выбирая между любовью к Родине и лояльностью к государству, может изменить Родине. Потому что любовь к Родине иногда требует идти против государства, против власти. Патриотизм часто перемешивают с военной историей, историей крови и жертв. Живые властители прикрываются павшими, которые ничего не могут сказать. Когда детям будут рассказывать о гражданской войне, им скажут о том, что это не победа красных над белыми и зелеными, а общенациональная трагедия. Когда детям будут рассказывать о патриотизме, на примере Великой Отечественной войны, им скажут о цене победы, об уничтоженных еще до начала войны командирах и военных специалистах, о пакте Молотова-Риббентропа, о смертельных ошибках Сталина, о миллионах до сих пор не найденных и непогребенных солдат, о победителях, сосланных после победы в концлагеря, об инвалидах, спрятанных в глуши, о детях войны, о многоэтажных домах на могильных рвах концлагерей. Им расскажут о миллионах доносов, о черных воронках, о тройках, о ГУЛАГе, о законе трех колосков, о смертной казни для детей с 12 лет. Это будет частью патриотизма. Этим тоже нужно будет гордиться. Или просто помнить, чтобы никогда больше. Можем повторить. Это патриотизм?